Вітаю всіх, хто дивиться черговий випуск корисної програми «Авторитетна думка», в якій гості нашої програми дають дійсно корисні поради. І сьогодні в нашій студії вже довгоочікуваний гість – це засновник на протязі більше ніж 20 років керівник, а також натхненник колективу стоматологічної клініки «Полімед» Геннадій Євгенович Христян. І ще я хочу сказати, що це кандидат медичних наук, справжній кандидат. Вітаю вас. Да, здравствуйте. Геннадий Евгеньевич, ну о клинике «Полимед» многие говорят, что «Полимед» — это Христиан и его команда. У вас действительно команда, и это не просто клиника, это уже многим воспринимается как некий такой научно-исследовательский экспериментальный институт, в котором могут помочь даже в тех вопросах, в тех проблемах, которых другие не помогут. Потому что не разрабатывают. Другие клиники, вот есть кариес, есть то-то-то-то-то-то-то-то, все, это лечим, вот так. А вот. Дорого, но типа вот так. А вот к вам идут тогда, когда либо пришли первый раз, уже проверили, что работает, становится, оно такое, скажем так, гарантийное обслуживание, вот люди, либо идут тогда, когда уже другие не могут помочь, и разводят руками, говорят, мы можем взять деньги, но помочь мы уже вам, извините, не можем. Вы человек, который постоянно учится, вы человек, который постоянно экспериментируете, вы человек, который постоянно что-то внедряете. Когда я говорю «вы», это я говорю не конкретно вот Геннадий Евгеньевич Христиан, а «вы» — это вы и ваша команда. Ну, вот. И я знаю точно, что вот уже карантин закончился, вы опять начали встречаться со своими коллегами, с людьми неравнодушными. И совершенно недавно вот ваши коллеги мне сказали, вы были на симпозиуме или, я не знаю, или конференции. Ну, очередной как-то. Модуль, да. Очередной модуль. Обучение, да. Что вы привезли оттуда? Привез новый взгляд. Да, то есть на рассмотрение биохимической составляющей, так сказать, человека, да, то есть, можно сказать, по-новому учимся читать биохимический, развернутый биохимический анализ крови. То есть это очень важный, так сказать, момент в диагностике. И не только, так сказать, диагностик. Мы понимаем, что какова диагностика, таково и лечение. Ну, действительно, от того, как поставили правильный диагноз, вот, да, зависит конечный исход. Да. Ну, это не совсем как бы стандартный подход, так как учат это в институте, да, то есть это такой более развернутый анализ, развернутого анализа, биохимического анализа крови, вот так как-то. То есть можно сказать, что вы на сегодняшний день можете увидеть в анализе крови то, чего раньше другие не рассматривали, да, и не придавали, да, значения. Да. И то, что, в общем-то, действительно не придает значения. В этой методике практически упразднено понятие нормы. Есть, ну, как бы вот размытое понятие там ближе к середине, дальше от середины. Ну, это такой специфический нюанс, который дает больше, наверное, все-таки информации. Так сказать, да? То есть, Геннадий Викторович, на сегодняшний день вот, существует понятие там традиционная медицина и нетрадиционная медицина. Если можем сказать, что вот анализ крови как? Посмотрели, все нормально, свободен, в пределах нормы, иди, до свидос. Вот. Можно ли сказать, что сегодня вот эта технология, это является уже нетрадиционным методом лечения, методом диагностики? Ну, можно сказать, да, что это нетрадиционно. Вообще понятие традиционный, нетрадиционный, я, в общем-то, на самом деле немножко не понимаю, что значит традиционный, нетрадиционный. То, что сейчас называют традиционным, да, то есть на самом деле 200 лет. Традиционной медицине? Да, то, что мы все называют традиционной постулаты медициной. Постулаты современной медицины. Да, да, постулаты современной медицины. Ей всего, нашей современной медицине, 200 лет. А то, что называют нетрадиционным, на самом деле, так сказать, я не знаю, сколько существует человек, столько существует эта медицина. И на тот промежуток времени, так сказать, когда то есть ответственность врача была достаточно серьезная. Да, да. Человек за ошибку, так сказать, да, мог лишиться жизни. Да, поэтому в, люди в нетрадиционной медицине. Так называемой нетрадиционной медицине. В традиционной медицине, вот как говорят, анекдот, самый черный, кстати, анекдот, это вот у врачей, самые циники говорят о врачах. Он говорит, что у вас в клинике там бывают смертельные исходы? Он говорит, да, бывает. Ой, нас за них так ругают. Да-да-да, очень сильно бьют. Геннадий Евгеньевич, итак, о нетрадиционной. То есть вы
в определенном смысле занимаетесь нетрадиционно экспериментальной медициной. Нет, мне не нравится слово «экспериментальное». Мы не ставим экспериментов никаких. Здесь эксперимент – это дело наука. В науке, так сказать, да, то есть эксперименты ставят в основном там, на мышах, на собаках. Технологии. Да, то есть это опробованные технологии. Мы просто их как бы собираем и внедряем, сразу же внедряем, так сказать, да, то есть в нашу работу. Потому что знаем почему, знаем причинно-следственную связь и знаем, чему учиться, чего нам не хватает. И поэтому, когда мы приходим, учимся, мы сразу внедряем и собираем все недостающие пазлы, так сказать, в нашей логической, так сказать, цепочке диагностики и лечения, да, то есть воздействия на человека. Вот. И получаются очень-очень эффективные результаты. Я вам скажу, что сейчас мы уже обращаем внимание, ну, к нам приходят разные люди, да, то есть и разновозрастные, так сказать, люди, да, то есть и дети, и старики, вот, и очень много наша клиника, так сказать, да, то есть была и сейчас славится тем, что мы берем разных, то есть и аутисты у нас лечатся, да, то есть и ДЦПшники, да, то есть и с различными, так сказать, вадами, так сказать, развития. Мы сейчас на них уже обращаем внимание и сейчас предлагаем родителям развивать их, да, то есть и, в общем-то, их реабилитировать, чтобы они быстрее развивались, быстрее реабилитировались, быстрее входили в социум. То есть есть уже, уже модели лечения, опробованные в других странах, которые вы внедряете? Да, тут же. И это очень тесно связано со стоматологией в том числе, потому что стоматология – неотъемлемая часть медицины. И нельзя делить медицину на какие-то определенные части, там, невролог, там, стоматолог, хирург. Я считаю, что врач он должен быть врачом. Если ты узкий специалист, значит, в принципе, ты специалист. Да, да. Есть такое специалист. Слово. У тебя есть специализация узкая. Да, да. Но врачом ты можешь назваться только тогда, когда ты видишь в целом. Ну, я думаю, что с этим не то, что сложно поспорить, но заметьте, на сегодняшний день очень многие, вот не только из числа зрителей, а из числа вообще социума в Украине, вот эту вот реформу в медицине воспринимают в обратном качестве. То есть вы не боитесь, что вы сейчас начнете излечивать людей в таком количестве, что вам будут грозить пальцем и говорят, ты что творишь? Нет, не боюсь, потому что на самом деле мы все, и все хотят результатов. И на самом деле я не думаю, что все врачи, вся медицина, так сказать, да, то есть только лечит. Вот, и заинтересован в процессе лечения. Все хотят результатов. Вопрос только, кто их достигает. Достигают только те, которые действительно видят, лечат не болезнь, а человека. Геннадий Евгеньевич, а можно сказать, что сегодня человек уже далеко не тот, который был еще лет 20 назад по состоянию организма? Трудно сказать. Я тоже далеко не тот, который был 20 лет тому назад. Вообще люди мутировали, с вашей точки зрения? Эволюционировали, если хотите? Думаю, нет. За 20 лет нет. А за 200? За 200 тоже не думаю, что так сильно мутировали. То есть те же технологии, которые были еще тогда, вот 500 лет назад, они на сегодняшний день эффективны? Ну, конечно же. Мы же ничем не отличаемся. У нас такое же сердце, такие же почки, вот, такой же позвоночник. Вопрос только в том, как мы живем и как мы это все используем. Да, и позвоночник, и почки, и сердце, и печень. Вот. От этого только зависит качество жизни, качество здоровья и всего остального. То есть, а качество питания? Качество питания – это очень важно, да, аспект. Ну, по стоматологии, давайте скажем так. Ведь наверняка современные продукты питания, генно-модифицированные, там различные химикаты, красители и прочее, прочее, ведь они же тоже оказывают воздействие на организм пагубное. И заметьте, вот раньше, даже вот в советское время, я не хочу сейчас быть там каким-то совколюбителем, вот, но я жил тогда, и я помню, раньше не было столько полных людей. Я заметил о том, что люди как бы стали другими. Ну, учитываете ли вы этот фактор? Учитываю, конечно, но полные люди, я согласен с этим, что от питания тоже очень, очень, очень много зависит, но и от образа жизни в том числе.
Если раньше, да, то есть мы, ну, дети, да, то есть играли во дворе, там, играли в футбол, встречались, общались друг с другом, бегали, по крайней мере, то сейчас, на сегодняшний день, в наш век прогресса и прогрессивки, так сказать, да, то есть телефонов, гаджетов и всего остального, сейчас редко найдешь в атагу пацанов, играющих в футбол, да, то есть, или девчонок, прыгающих на резинке. Это дефицит движения, который действительно приводит к различным изменениям нехорошим. Но зато и детей с выбитыми зубами стало меньше. Нет, падают все. Травмы от этого не уменьшились. Скажите, а существует ли вот у детей протезирование? Вот зуб выбили пацану, хоп, пришли и поставили. Да больше скажу, что если выбили, то его можно обратно поставить на место, и он еще поработает. Да вы что? Да, это не секрет, и многие то есть этим пользуются. Врачи, то есть никаких проблем, принесите зубик, мы его обратно поставим, и все в порядке, нормально. Я знаю историю, ну так, немножечко, что после битв во времена средневековья и ранних периодов, вот, вообще стоматологи ходили по полям и вырывали у убитых, да, убитых вырывали зубы и ставили их потом живым. То есть это реально? Нет, это реально. Это реально. Ну, там же момент приживаемости и неприживаемости. То есть, но тем не менее, это можно сказать, искусственная гарнитура, искусственные зубы делали из кого? Из чего, вернее, делали? Кстати, из натуральных зубов. Геннадий Евгеньевич, давайте вернемся к вашей научной деятельности. Да. Над чем вы сейчас работаете? Вот что вас сейчас более всего волнует? И к какому результату вы стремитесь? Ну, научная деятельность, я, дело в том, что по, как бы, диссертации у меня по микробиологии, вот, поэтому и я продолжаю сотрудничать с Харьковским институтом микробиологии имени Мечникова. Вот, мы продолжаем работать с проблемами туберкулеза, то есть микобактерий туберкулеза в полости рта, в стоматологии. Вот, мы продолжаем работать над различными правильными препаратами, да, то есть по лечению герпеса, вот, или каких-то, так сказать, инфекций в полости рта. Это, извините, правильные препараты, что с вашей точки зрения правильные? Это препараты, основаны на натуральных продуктах, вот, только на это вытяжки из каких-то растений? Экстрактов трав, растений. Вот, при том, что эффект намного выше, чем, так сказать, да, то есть я сейчас не буду говорить о продвинутых, да, то есть фармацевтических концернах, да, назовем так. Да. О, а не боитесь, что к вам придут и скажут вот так пальчиком, ты что делаешь, мы на этом миллиарды зарабатываем? На тюбик попробуй. Скажите, может, вопрос немножко некорректный, можно ли у вас, к примеру, в клинике или конкретно у Геннадия Евгеньевича Христиана приобрести и попробовать? Конечно. То есть я могу прийти и у вас приобрести и попробовать? Да, конечно же. И вы гарантируете эффект? Конечно же. Опробовано на себе? Да, да. Опробовано и на себе в первую и очередь. И на сотрудниках? В первую очередь на себе, да, потом на сотрудниках. Вот. Но на самом деле я еще раз говорю, что мы не экспериментируем. Мы заранее мы знаем, куда ехать учиться. Здесь не эксперимент. И поэтому мы эти знания, которые приводятся, сразу же внедряются. То есть это просто идет пополнение спектра. Ну, то есть, картинки пазлов, назовем так. Спасибо, Геннадий Евгеньевич. Ну, в принципе, я получил на все свои вопросы честные ответы. Я видел, вы говорили честно. Вот. И думаю, что и зрителям было так же интересно, как и мне. Так что, если у кого-то есть вопросы, на которые еще не получили ответы, я знаю, что Геннадий Евгеньевич Христиан, Христиан и его команда, в целом, стоматологическая клиника Полимед, они имеют ответы на многие вопросы, которые до сих пор в большинстве случаев ответов не имеют. Ну, как минимум, придите на консультацию, я думаю, что вам не откажут. И, Геннадий Евгеньевич, спасибо большое, делаете вы очень правильное, очень нужное дело, очень своевременное дело, потому что на сегодняшний день... Увы, не все довольны теми, скажем так, изменениями в медицине, которые требуют от врачей. Ну, наверное, да. Но на самом деле все зависит от врача. Здесь не поспорить. Спасибо вам большое. Наконец-то мы дождались вас в студии. Вот, успехов вам во внедрении и больше благодарных и щедрых
клієнтів, я всегда говорю. Спасибо большое. Ви дивились черговий випуск програми «Авторитетна думка». Гадаю, вам було і цікаво, і корисно. Так що будьте красивими і здоровими. Хай щастить.